Всем привет, доброе утречко. Доброе утречко, и зависла. В общем, я сейчас еду в Тель-Авив, Андрейка меня отвозит на станцию поезда. Он еще спит немножко, поэтому он такой хмурый. Вот. И оттуда я поеду в Тель-Авив, потому что я сегодня работаю там. Захожу на станцию, сейчас надо будет там сумку, да, чтобы ее проверили, металлоискатели. Так, сейчас буду покупать себе билетик. Это. Мне нужен Тель-Авив. Дорнер Касс, номер 2. Кстати, вот этот вот билетик обязательно нужно сохранять до конца поездки, потому что это ваш пропуск со станции поезда в месте назначения. Вот. Ну, а я иду в конец, наверное, народу что-то много. А вот еще всякая вкусная вкуснятина. И очень удачно, потому что я очень-очень голодная. Всякие разные салатики. Смотрите, тут какие товарищи ходят. Мы, кстати, сейчас на мероприятие LDI находимся. Это Warner Brothers, Looney Tunes, типа супергерой, типа Wonder Woman, Супермен. Поэтому тут так много всего интересного. Вот, кстати, мой бейджик. Полюбуйтесь на здешних фотографов. Один в костюме Супермена, другой в костюме Бэтмена. Я очень надеюсь, что меня слышно, потому что ветер вот тут просто бешеный, но зато место просто офигенное. Вы посмотрите, где мы находимся. Мы, кстати, находимся в отеле Hilton в Тель-Авиве, и тут вот такой шикарный вид на пляж. Посмотрите, как вам не классный кофе сделали с лого Warner Brothers. Мы, когда ходим на всякие такие мероприятия, которые организуют наши партнеры, нам всегда дарят всякие такие мелкие приятности, маленькие подарочки. И этот раз тоже не стал исключением, так что давайте я вам покажу, что нам подарили. Так. Кстати, вот пакетик LDI. С другой стороны, герои LDI, Warner Brothers, супергерои, Скуби-Ду, Луни Тунс, Том и Джерри. И что же нам подарили? Подарили блокнот с ручкой. На ручке знаки Бэтмен, Вандер Вумен, Супермен, Аквамен, еще какие-то супергерои, которых я не очень знаю. И блокнотик. Блокнотик Warner Brothers. Такая у него поверхность прикольная, под кожу сделанный. И здесь такое серебряное напыление. Очень прикольный блокнот. Обожаю всякие такие штучки, блокнотики. Ой, что это? Закладочка такая. Классный блокнот. Кстати, в Израиле все блокноты, все книжки, которые продаются, тетрадки тоже, они открываются вот таким вот образом. То есть, если в России книжки, тетрадки, блокноты, они открываются так, получается, справа налево,
то в Израиле они открываются слева направо. Вот таким вот образом. Так, и что там есть еще? Так, это мой бейджик. Ой. Так, это у нас брелок Супермен. И подставка под кружку Wonder Woman. И тут в пакете, я уже знаю, что лежит. Лежат резиновые браслетики, которые нам уже много раз дарили. Давайте откроем. Вот такой вот резиновый браслетик. Адам Янчик, он будет с ним играть. Есть небольшое объявление для моих подписчиков. Мы хотим отдать вот эту вот нашу коляску, которая прослужила нам верой и правдой около 3 лет. Хотим ее отдать в хорошие руки. Я подумала, почему бы не отдать ее кому-то из моих подписчиков. В общем, тут у нас есть прогулочный блок и люлька, который ставится на одно шасси. Вот на это вот. Так что, если у вас ожидается пополнение, и вы не хотите тратиться сильно на коляску, то вы можете написать мне в личные сообщения ВКонтакте, и я вам расскажу, куда нужно будет приехать, чтобы ее забрать. Ссылочку на мою страничку ВКонтакте я оставлю в описании. Да, чтобы всем было понятно, отдаем совершенно бесплатно. Главное, приедьте и заберите. Но также я вам хотела еще показать, тут есть некоторые моменты, которые... Как бы коляска не новая, поэтому некоторые моменты тут есть не в идеальном состоянии, скажем так. Поэтому я вам хочу сразу показать, чтобы вы знали, куда вы едете и что вы будете забирать. Надеюсь, вам видно. То есть тут есть растянутая резинка и немножко погрызенная жужей. Вон она, кстати, виновница сидит. Она когда гуляла у нас по квартире, мы не заметили, она... Видимо, любила на коляску залазить и погрызла ее в некоторых местах. Вот это одно из мест. Также здесь на ремешке немножко погрызено. Вот. Тут еще на самом деле должна быть такая сетка для сумок. Но она у меня сейчас мокрая висит, сушится, потому что я все тряпочные части коляски постирала. И вот эта вот сетка, она еще не высохла. Но она будет, естественно. Вроде больше никаких косяков в коляске нет. По крайней мере, таких, которые бы бросились мне в глаза, кроме вот этой вот резинки. Вот. Так что, если вам нужна коляска, пишите мне ВКонтакте. У нас уже вечер, 11 часов, скоро буду ложиться спать. Но пока мы с Виски смотрим фильм «Тихоокеанский рубеж», первую часть. Завтра я хочу посмотреть вторую часть. Вот. Ну и буду с вами прощаться на сегодня. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Виски, скажи пока. Скажи пока. Не хочешь, вредина.